В эфире Петровка 38, я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Крупный наркопритон выявили столичные полицейские. Задержан 34-летний житель Восточного округа. Ранее он уже был неоднократно судим. И что-то менять в своей жизни и не думал. В очередной раз, выйдя на свободу, устроил в своей квартире притон. Ежедневно принимал гостей, всех, кто хотел принять дозу. Такое соседство жильцы дома терпеть были не готовы и обратились в полицию. После этого к мужчине тут же пришли незваные гости. Кадры оперативной съемки в репортаже Елены Бабаевой. Из этой квартиры на востоке Москвы открывается вид на дорогу и столичную суету. Но она вовсе не интересовала хозяина жилища. Мужчина предпочитал сидеть дома и круглосуточно принимать здесь гостей. Вашу квартиру когда-либо посещали наркозависимые лица или употребление наркотиков? Да. Хозяин был очень радушным. Порой в день к нему заходило сразу несколько человек. В квартиру мужчина впускал всех желающих, друзей, их знакомых, а иногда и бывших сокамерников. С ними он вспоминал нелегкие годы, проведенные за решеткой. В местах лишения свободы хозяин жилища успел побывать дважды – за кражу и разбой. Но теперь, утверждает, на воровском прошлом поставил крест. Вернее, положил шприцы прямо на два приговора суда. Забыться мужчине хорошо помогали наркотики. Их с собой всегда приносили гости. Установлено, что он за вознаграждение систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. При обследовании жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты шприцы, стеклянный флакон со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков. Теперь из столичной квартиры мужчине, скорее всего, снова придется отправиться за решетку. По статье «Организация и содержание наркопритона» ему грозит до 4 лет заключения. Елена Бабаева, Петровка, 38. Вместе жили, вместе пошли на дело, вместе теперь пойдут под суд. Семейная пара из Москвы задержана в подмосковном Щелкове с партией наркотиков. Муж и жена, ему 45, ей 46 лет, приехали в деревню Новая Слобода, чтобы забрать запрещенные вещества из тайника в лесу. При личном досмотре у задержанной полицейскими обнаружены изъяты 3 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое пакетов является наркотическим средством марихуаны общей массой более 600 граммов. Задержанные признаются, они и сами не прочь покурить марихуану. Наркотик они заказали по интернету. Супруг утверждает, что инициатором была жена, а он просто не мог отказать любимой. Она пробрала их на сайте. Для чего? Дальше употребление. Однако, по данным полиции, парочка собиралась наркотик перепродать. Ранее супруги уже были судимы. Она за организацию наркопритона, он за кражу. Теперь их ждет новый срок. За покушение на сбыт наркотиков супругам грозит до 8 лет тюрьмы. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. 39-летний гость столицы обокрал отделение почты в центре Москвы. Злоумышленник подобрал код от двери в служебное помещение, проник туда и похитил из незапертого сейфа 345 тысяч рублей. Вора задержали. Ранее он уже был судим за такое же преступление. Теперь вновь ответит за кражу. В Санкт-Петербурге заключен под стражу ранее судимый 45-летний мужчина. Он подозревается в серии жестоких преступлений. Так, в парке злоумышленник напал на пожилую женщину, нанес ей множество колото-резанных ран, похитил сумку и скрылся. Позже пенсионерка скончалась. Следователи Следственного комитета выяснили, что подозреваемый причастен еще к 2 нападениям на женщин, у которых налетчик отобрал имущество на 35 тысяч рублей. 35-летнего домушника задержали полицейские на Ставрополье. Мужчину подозревают в совершении как минимум 5 краж и 2 покушений на кражу. Злоумышленник вместе с 2 подельниками проникал в чужие квартиры и забирал оттуда шубы, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Ущерб свыше 1 000 000 рублей. Похищенные приятели продавали, подельников задержанного сейчас разыскивают. Подпольный цех по изготовлению снюсов обустроила в своем доме 45-летняя жительница Чечни. Бизнес-вумен наладила производственную линию, приобрела банки для расфасовки и этикетки. Готовую продукцию полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимательнице грозит уголовная ответственность.
Хотели поправить здоровье, но попадали в кредитное рабство. В Новосибирске десятки пенсионеров стали жертвами сотрудников одного из медицинских центров. Их подозревают в крупном мошенничестве. Менеджеры клиники заманивали клиентов бесплатным обследованием, акциями, льготами, а затем заставляли оформить кредитный договор. Пока в наручниках три человека, в том числе руководитель преступного бизнеса. Но расследование в самом разгаре, а значит, будут и другие задержания. Максим Ларин разбирался. Когда пенсионерке Елене Сергеевне позвонили из медцентра и предложили бесплатное обследование, женщина решила, это шанс наконец-то разобраться с сердечными болями. За так называемую диагностику Елена Сергеевна действительно не заплатила ни копейки, а вот за лечение специалисты выставили счет в несколько сотен тысяч рублей. Правда, тут же успокоили. Действует акция, и можно сэкономить. Если вся стоимость лечения 302 тысячи, то вы идете по акции намного меньше. Меня взяли, повели в финансовый отдел. И там по листочку. Я говорю, это что я подписываю? Ну, то, что мы с вами говорили. Таким образом, Елена Сергеевна попала в кредитную кабалу. Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. Выяснилось, потерпевших десятки. Граждан привлекали возможностью бесплатной диагностики состояния организма и существенными льготами при оплате лечения. Пришедших в центр обследовали с применением фитнес-оборудования, а затем им сообщали о необходимости срочного лечения по абонементу стоимостью около 100 тысяч рублей. Здесь же работники медицинского центра оформляли на граждан потребительские кредиты. Это оперативные кадры задержания работников так называемого медцентра. Располагался он в одном из торговых центров Новосибирска. Дело по борьбе с экономическим преступлением. Здрасте. Все на месте находятся сейчас. Целая армия лекарей и менеджеров вдоль стены. Предварительно установлено, пациентами центра являются не менее 100 граждан старше 60 лет. Злоумышленники в течение дня звонили на случайные номера телефонов, и если понимали, что на том конце пожилой человек, начинали активно предлагать свои услуги. Другой способ привлечения клиентов более универсальный и менее затратный. Обыкновенные листовки. Их злоумышленники расклеивали на столбах и заборах, оставляли в почтовых ящиках. Алгоритм психологического воздействия на клиентов изложен в этой памятке. Этими фразами менеджеры и завлекали в свои сети новых клиентов. Пока в наручниках три человека – управляющий медцентра и два менеджера. Но, очевидно, в ближайшее время список задержанных пополнится. За мошенничество в крупном размере подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы. Максим Ларин, Арсений Ларёхин, Петровка, 38. Сегодня министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил личному составу сразу двух новых руководителей региональной полиции. Начальника Новосибирского главка и министра внутренних дел Хакасии. Представление прошло в режиме видеоконференции. Глава российского правоохранительного ведомства обозначил основные задачи и направления работы, на которые следует обратить особое внимание, исходя из специфики каждого региона. Марсель Нургатин обо всем подробнее. Представляя новых руководителей, Владимир Колокольцев отметил, что каждый из них много лет проработал в уголовном розыске. Министр внутренних дел Хакасии Владислав Мингела и начальник Новосибирского областного главка Андрей Кульков были оперативниками, как говорится, на земле. Затем оба офицера возглавляли райотделы и городские управления внутренних дел. Владимир Колокольцев подчеркнул, что приобретенный ими опыт позволил принимать грамотные и выверенные решения. Глава МВД России обозначил направления, по которым новым начальникам нужно нарастить усилия. Прежде всего, это повышение эффективности раскрытия преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы, усиление контроля за ходом предварительного расследования уголовных дел. В числе приоритетов должно оставаться противодействие IT-преступности и незаконному обороту наркотиков, которые сегодня все чаще распространяются с использованием сети интернета. Более системный подход необходим при документировании нарушений коррупционной направленности и в сфере экономики, в первую очередь связанных с освоением бюджетных средств финансово-кредитной деятельности. Одно из главных богатств Сибири – это лес. Важно принимать меры, которые бы предотвратили преступления в области лесозаготовок, отметил Владимир Колокольцев. Кроме того, министр подчеркнул важность работы по предупреждению подростковой преступности в обоих регионах.
Дети – наиболее уязвимая социальная группа, которая требует самого пристального внимания со стороны всех субъектов профилактики. Для сведения могу сказать, что у нас динамика в целом по стране положительная в этом направлении нашей оперативно-служебной деятельности, совместно с другими органами исполнительной власти. И даже вот за последние месяцы, я имею в виду вот с января месяца по июнь месяц за первое полугодие, тенденция сокращения подростковой преступности, она сохраняется. Еще один важный аспект работы – безопасность на дорогах. К примеру, в этом году в Новосибирской области на 17% увеличилось число погибших в ДТП. Речь в данном случае идет не о статистике, а о жизни наших граждан. Любое подобное ДТП – это трагедия для семьи, родных и близких. Ситуацию нужно исправлять. Завершая конференц-связь с регионами, министр пожелал новым руководителям успехов и выразил уверенность, что они справятся с возложенными на них задачами. Марсель Нургатин, Андрей Черненок, Петровка, 38. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. И сегодня мы хотим рассказать вам об уникальной семье Евгения и Алены Биль. Оба, и муж, и жена, сотрудники московской полиции, а с некоторых пор еще и многодетные родители. 11 июня у них родились четверняшки. Явление это уникальное, встречающееся очень редко, один раз на миллион. Почти месяц молодая мама была в роддоме под наблюдением врачей. И вот накануне праздника ее и малышей выписали. Их встречали родные, коллеги и наш корреспондент Любовь Фомичева. Воздушные шары, гирлянда, еще сразу две двойные кроватки. Они уже ждут своих хозяев. У молодого папы к выписке жены и малышей из роддома все готово. Вот только с волнением Евгений никак не может справиться. Ведь в этой комнате появится сразу четверо новорожденных. Три мальчика и девочка. Евгений вспоминает радостную новость. Супруга сообщила ему по телефону сразу после первого УЗИ. Я как вот стоял с телефоном, так и продолжил стоять, то есть смотреть вдали. Вот. И осознавать то, что она мне сказала. Естественно, я был очень счастлив. Родились малыши 11 июня. Почти месяц они вместе с мамой оставались под наблюдением врачей. И вот наступил день, когда медики разрешили им поехать домой. Евгений вместе с друзьями и родственниками ждет в зале для выписки. Розы, любимые цветы Алены, и она, и новорожденные тоже с нетерпением ждут встречи. Самый трепетный момент – объятие с супругой, поздравления, поцелуя. Евгению выносят его четверняшек. Папа, дочка, похожа на вас? Очень. И Евгений, и Алена – дознаватели, оба капитаны полиции. Познакомились они в 2013 году в Центре профподготовки. Поздравить их с пополнением в семье пришли их коллеги и подарили две коляски. От лица коллег и руководства УВД по Северному округу хотели бы вас поздравить с этим замечательным событием. С настоящим счастьем, счастьем родить четырех таких прекрасных малышей. Чтобы ухаживать за новорожденными, Евгений взял отпуск. Помогать молодой семье будет и бабушка. У Дашки слезы на глазах, да. Мы очень ждали их. Очень ждали. И очень счастливы. Будем расти. Малышей назвали Мария, Матвей, Даниил и Арсений. Для Алены Биль это была первая беременность. Малыши чувствуют себя хорошо. Как адаптируются. Как кушают? Кушают тоже хорошо. У некоторых аппетит даже прям хоть отбавляй. Родились все малыши весом менее 2 килограммов. Сейчас все чувствуют себя хорошо. Врачи говорят, появление на свет сразу четверых детей – редкость. Один случай на миллион. Переполняет меня эмоции, конечно. Такие маленькие, такие хорошие. Даже боюсь, притронуться, в общем, потому что хрупкие такие маленькие существа. И вот, наконец, семья Биль отправляется домой. Теперь их ждет новая жизнь, интересная и насыщенная. Любовь Фомичева, Сергей Емельянов и Сергей Никеров, Петровка, 38. Все, спасибо, что были с нами. До встречи.